Николо-Березовский районный историко-краеведческий музей 16 мая работал до полуночи. Вход был свободный. Знакомство с музеем началось с зала археологии. Здесь расположены материалы раскопок, фрагменты скелета мамонта. Следующий зал посвящен богатой природе края. Третий зал отображает события 19 века. Историю района в целом можно узнать, посетив четвертый зал. Отдельный стенд посвящен краснокамцам. И, наконец, в пятом выставочном зале экспонируются работы самодеятельных художников района и полотна известных живописцев. Я приехала с Куянова в гости с сыном. Позвали в музей. Мне очень понравилось. Акция «Ночь музеев» была организована в Краснокамском районе уже второй раз. Количество посетителей в сравнении с предыдущим годом увеличилось. Люди хотят знать о своих корнях. Приходят сюда все категории граждан, школьники, местные старожилы, гости села и района. Мероприятие «Акция «Ночь музеев». Вообще, Министерством культуры стало традиционно проводить такие мероприятия, акции, как «Библионочь», «Ночь музеев», вот мы проводим второй год подряд. Планируется также, насколько известно, что будут организованы «Дисконочи». Тоже Министерством культуры будет планировать такое мероприятие. Ну, что хочется сказать. Действительно, здесь каждое учреждение, музеи выбирают свою программу. Вот у нас сегодня в программе прослушивание ретро-пластинок, творческий концерт нашего заслуженного работника культуры Гульсум Галиевой и приглашена также рок-группа «Предел фантазии». В выставочном зале художников было прослушивание ретро-музыки на грамм-пластинках. Гости также могли пообщаться с заслуженным работником культуры Республики Башкортостан Гульсум Галиевой. Она внесла огромный вклад в открытие и развитие музейного дела Краснокамского района. В годы строительства этого здания она работала в должности директора культурного учреждения. Весь труд по созданию оформления и комплектованию музея лег на ее плечи. Ни один районный праздник, ни одно представление не проходит без песен в исполнении Гульсум Галиевой на протяжении уже многих лет. На творческом вечере присутствовали представители из администрации района и почитатели ее таланта. С уверенностью можно сказать, что созданный музей является истинной сокровищницей, бережно хранящей историю, культуру и традиции народов, живущих на территории Краснокамского района. Ильмира Алетдинова, Артур Бадретдинов, программа «День за днем».